Вторая попытка создать мемориальный комплекс и парк на территории бывшего санатория «Красные зори» вновь провалилась. Соответствующий проект решения не нашел поддержки у Одесского горсовета. Территорию этого санатория уже пытались застроить, однако горожане тогда отстояли «Красные зори». Депутат Ольга Квасницкая рассказала, что есть приказ министра культуры, который вносит 6 объектов на территории санатория «Красные зори» в перечень объектов, являющихся памятниками истории. Этот приказ был принят еще 28 марта 2019 года. Однако депутатский корпус не спешит поддерживать этот проект. И я надеюсь, что мэр города, который часто говорит о любви к Одессе и так патриотично настроен к любым мемориалам, все-таки со временем поймет, что нужно все-таки дать возможность нам получить парк, а в дальнейшем сделать границы, землеотвод получить, чтобы Будлайф Инвест, которому в 2018 году эту территорию депутатский корпус отдал под застройку, а на сегодняшний день его регистрация отменена, не позволил ни Будлайфу, ни какому-то другому инвестору на этой территории строить, потому что строить там уже нельзя. Также Ольга Квасницкая сказала о том, что небольшая победа все-таки есть. Если на прошлой сессии этот проект набрал 21 голос, то сейчас 24 из 64. Но на этом депутат останавливаться не собирается и поднимет этот вопрос уже на следующей сессии. Ольга Квасницкая просит одесситов не паниковать и не расстраиваться, ведь это долгая дорога к правде. А сохранение и благоустройство этого кусочка истории имеет большое значение для каждого из нас.